Тимофей, солнышко из страны Лалиле просит нас помочь. Злой волшебник украл все лучи у солнышка, и оно стало каким? Какое солнышко стало? Грустное. Грустное, правильно. Злой волшебник с неба взял, лучи у солнышка украл, в землю спрятал, закопал. Где искать, никто не знал. Ты в песочке поищи, лучи солнышку верни. А добрая волшебница нам помогает. Подходи сюда поближе. Она указала нам ориентиры. Ориентиры – это цифры. Где мы сначала будем искать? Первая. Первая цифра какая? Как один. Это? Цифра один. Ищи по ориентирам. Прям ручками вот так. Ищи. Двумя руками можно копать. Ищи, ищи лучик у солнышка. Теперь нужно отряхнуть хорошенько, чтобы рассмотреть задание. Лучик тоже отряхивай. А еще злой волшебник сказал, что мы должны выполнить его задание, только тогда он вернет лучи солнышку. Да, какое задание, как ты думаешь? Что здесь ты видишь на лучике? Ну, что ты там видишь? Солнышко. Солнышко какое? Грустное. Грустное. Вот тебе нужно изобразить на лице на своем, какое солнышко стало грустное, когда у него украли все лучи. Губки опущены вниз, бровки сведены. Грустное стало солнышко. Выполнили задание первое злого волшебника. Возвращай лучик солнышку. Подходи сюда. Можно вот так ходить. Не стесняйся. Так, ищем следующий лучик. Какая это цифра? Два. Два. Ищем, смелее ищем. Нашел. Нашел? Давай, отряхиваем лучик. Вот так прям можно. Вот так. Лучик. Лучик вытираем. Вот, а что там непонятно, такое? Что? Непонятно, а что там такое ты видишь? Полоски. Какие-то полоски, да? Да. А это нужно прохлопать ритм. Будешь слушать, как я буду хлопать, и повторишь за мной, хорошо? Положи лучик сюда, мы потом его вернем солнышку. Итак, слушай внимательно. Выполнить задание надо злого волшебника. Молодец. Да. Я здесь быстро. Да не смотри, хитренький. Повторяй за мной. Молодец. Выполнили второе задание злого волшебника. Возвращай лучик солнышку. Ищем дальше. Следующий лучик. Цифра какая? Три. Три. Вытираем лучик чистенький, чтобы блестел, он сиял. Что здесь? Какие-то запутанные, загадочные картинки, да? Нужно нам их рассмотреть, показать и назвать. Здесь то же самое, только крупнее. Подходи, бери указочку. Так, правильно произнося звук Л. Какие ты видишь тут картинки? Лошадь. Улыбнись. Лошадь. Лошадь. Так, еще. Молоток. Так, еще. Лампа. Шире ротик открывай. Лампа. Лампа. Так. Белка. Так. Стул. Угу. Кукла. Смелее, громче. Лук. Угу. Флаг. Хорошо. Молоток. Молоток называл. А это что? Блин. Ну, похоже на лодку. Скажи. Лодка. Улыбнись. Лодка. Лодка. Так. Все? Да. Нет. Давай я покажу тебе. А это что? Яблоко. Яблоко. А это? Скажи, лошадь. Тимофей. Лошадь. Лошадь. Ну, все. Я же говорил. Ты говорил лошадь? Ну, немножко перед.
Возвращаясь в лучик солнышку, выполнили мы и третье задание злого волшебника. Ищем, какой лучик? Четвертый. Вытирай лучик, вытирай лучик. Вот тебе тряпочка. Можно, конечно, можно вытереть. Так, что здесь? Лампа. Лампа. Ну, лампа заколдованная чуть-чуть, да? Угу. Ее нужно расколдовать, соединить все точки. Правильно. Стараемся не отрывать руку фломастера от листочка. Спинку держи прямо, вот, обводи. Расколдовал картинку? Угу. Что мы расколдовали? Лампу. Лампу. Молодец. Закрывай, фломастер. Ну, и последний. А, возвращай лучик солнышку. Еще четвертый, пятый. Ну, вот это четвертый, да? Угу. Так. И последний, пятый лучик. Ищем. Под каждой цифрой. Вытирай лучик, чтобы блестело, сияло. Веселое солнышко. Ну, пока еще не веселое. Ну, грустное вот, веселое. Да, а здесь нужно изобразить, какое стало солнышко, станет солнышко, когда мы вернем ему все лучики. Какое оно станет? Ну, скажи, ты правильно показала. Веселое. Веселое. Скажи, веселое. Веселое. Так, возвращай лучик солнышку. Ну вот, наше солнышко обрадовалось и снова засияло.